стахановская. Снимаю. И в том году я снимал. В январе, по-моему. А сейчас вот опять пришел посмотреть, как же коммунальные службы подготовились города к отопительному сезону, которые отрапортовали все, сказали, все у нас готово. Так вот, все осталось на своих местах. Теплотрасса как не была заизолирована, так она и сейчас не заизолирована. Греет котельная эта, греет воздух ближайших улиц. О какой экономии можно говорить газа? Там Азара выступает, другие, там счетчики газовые ставить в домах, в квартирах, чтобы не дай бог не израсходовать, точнее, израсходовать, только экономно израсходовать газ. Вот это вся экономия. Она на виду, две трубы по 300 мм, ну, 273. Каждая проходит и метров на 300 тянется, буквально она загреет воздух. Сколько нужно газа, чтобы отопить улицу, еще и нагреть квартиры в Стахане? Тем более, что осталось всего централизованных котельных, всего, по-моему, 6 в городе. 6 котельных не приведут нормальное состояние Стахановского теплообеспечения, коммунальное предприятие. Коммунальное предприятие, которое фактически брошено властью. Гудит, работает, насосы циркуляционные работают. Подает тепло для обогрева улиц. По-другому не скажешь. И никто чиновников ответственность за это не несет. Такие котельные, как вот это, с такими наружными теплотрассами, которые греют воздух, будут существовать в нашем городе, да и в других городах по стране. Никакой экономии газа разговаривать нельзя. И счетчики, хоть став их в домах, хоть в котельных, хоть еще где-нибудь, они ничем не помогут. Потому что фактически газ, деньги выбрасываются на ветер. Они просто сжигаются в топке. И потом на этой теплотрассе испаряются, можно сказать, уходят в атмосферу. Греем космос по-стахановски. Вот веду камерой, сколько хватает объектива, в смысле. И везде трасса голая. Голая. Не заизолированная. Год прошел, как говорится, конь не валялся. Да это грело. Вот эти трубы. На более чем 300 метров тянутся в таком состоянии. Здесь возле под ними нет, потому что листва видно. Ну, тает тепло здесь, конечно, для снега. Он вокруг, дальше уже от трассы есть. А здесь нет снега. Он просто тает. Снимаю для министра ЖКХ Близнюка, который рапортует. И для всего чиновницы, которая свою бездеятельность прикрывает словесной бурной деятельностью. Вот она, трасса, которая сжигает
народное деньги. Теплотрасса. Ну, разъезжается. На улице минусовая температура, у нас стаканы кладут асфальт, подготавливают. Лето не хватило. Вот сейчас грязь, лес, точнее, мороз, делают асфальт. Вот такая дорога в Стаханове в середине ноября. Вся. И такая она будет и ранней весной. После вот таких работ дороги. Закатывается деньги в асфальт. И все. В ноябре зимой в середине ложить асфальт нашими технологиями. Это практически выбраться деньги на ветер. Сильную настрой городки в районе роддома закрыли. Но трассы остались, они вот такие, в принципе. Изолировать их уж не надо. Потому что из 24 тысяч квартир отапливается централизованно только 3. В листе года этой котельной можно только предположить, как, потому что грело и здесь воздух. И так трубы остались, в принципе. Их. Вот. Безлаберность чиновников мучает людей, можно сказать, страдают люди от нетопленных, неотапливаемых квартирах. И эти 3000 квартир люди фактически в Стаханове замерзают. Нет, это котельная, которая закрылась сейчас. Это коммунальная собственность. Люди доверили чиновникам, наняли их на работу, чтобы они охраняли коммунальную собственность и рационально использовали. Какой вид имеет котельная? Ну пусть закрытая даже. Можно даже все растащено, побито. Вот так чиновники заботятся о оставшейся коммунальной собственности. Практически в городе той коммунальной собственности практически не осталось. Что осталось? Дома жилые. И то не это. Коммунальное предприятие теплообеспечение стахановское. И по пальцам пересчитать еще, что осталось. Остальное все часа разруха. Это просто разруха, которые довели чиновники до такого. Дядюшка, зачем вы снимаете? Он делает все, да? Осталось от котельной, которую закрыли в том году, и которую чиновники должны были городские сохранить. Здание, по крайней мере, его. За это бесхозяйственность, разгильдяйство. И даже слов не подберешь, что это было и что это есть. Так обращаться с коммунальной собственностью просто невозможно и ужасно. Одна труба подвода газа осталась в более-менее состоянии таком. Разрушители, чиновники-разрушители. Дорожным сетям закрыты котельные 2 года назад, 256 квартала. Но трубы не сейчас оголили, они не были заизолированы еще, точнее после Советского Союза еще так они остались.
в таком состоянии. Вот сколько веду потихонечку, как говорится. И все время это теплотрасса. Пусть даже не работающая котельная, но она никогда не была изолирована. Как при Советском Союзе заизолировали, в таком состоянии она и осталась. Теперь ее демонтируют и уничтожили. 256 квартала закрыто 2 года назад. Тоже разграблено, разворовано. Внутри здания почти ничего не осталось. Бор ограждения остался. И все, можно сказать, в таком состоянии. В этой котельной. Коммунальная собственность, точнее, горожан, это собственность разворованная и уничтоженная местными чиновниками и службами.